А я вчера вечером приготовила оливье. Сегодня будем завтракать. Макароны и сосиски с сыром. И кофеечек с утра. А сегодня у меня покупки из Алиэкспресса. Взяла вот такой гель универсальный, чистящий. А вот такие коробочки, органайзеры. Они по 50 рублей прозрачные. Под всякую мелочевку. У меня очень много ее скопилось. Потом вот такая коробочка, органайзер со вкладкой. Вот такие классные кружки у них пришли. Новинка. Герметичность написано 100%. Но я не знаю, я хочу использовать для соды и соли. Потом я буду красить волосы крем-краска Хна. Стандартно беру там Colgate, тройные щеточки. Взяла на пробу вот такие вот биогелевые подушечки. Ребенку рисовать фломастеры. Акварелька. Ну, это все быстро уходит. Любимая зубная паста. Резиночки. Вот такие милые. С сердечками. Потом тетрадки по 25 рублей. А Луиза схватила Шурику вот такую штучку. Да, игрушка для котов. Ну, не знаю, навряд ли он будет играть. Взяла вот такую раскраску. До этого такие раскраски не видела, не брала. Посмотрим, что она из себя представляет. С каким-то подарочком шла. Вот и такой вот коврик. Лепить, заниматься для творчества, для детского творчества. Как раз на кухне его я ставлю. 99 рублей он стоит. Вот такой у меня сегодня небольшой. Небольшие покупки с фикс-прайсом. Раз, два, три, четыре, пять. Ты видела сколько? Блокнотик, да, маленький? Да. А это что? Все. Не знаю. Пробуй, открывай. Чтобы открыть коробочку, надо было расположить цифру 11. Только тогда она откроется, да? Ты должна написать здесь секретик. Спрятать его и перекрутить циферки. Пишешь, закрываешь, перекручиваешь циферки, и там остается твой секретик. Это не раскраска. Раскраска. Вон там. Верблюд, жираф. Какие симпатичные. Коала. А это кто? Это девочка Виспер. А это Монти. А это кто? Кенгуру. Кто это? А это кто Монти вообще? Кенгуренок. А это кто? Лучший друг жирафа. Птичка Герти. Львенок маленький. Волшебная флейта. Ей помогает путешествовать. Страус. Свинка. Мышки. А. Такая интересная лошадка. Все, это все кончилось. Угу. Дай открывай, только не забудь это вот, не пойми вот это вот. Хорошо. Ну, коробочка для хранения секретов. А вот это СНТ, в котором мы хотели купить участок в далеком 15-м году. Но не купили. Ну и вообще здесь скучновато, но, мне кажется, будет. Здесь он не жилой зимой, один дом только живет, вот тот. Зато через дорогу железнодорожную уже наш город со всей инфраструктурой. А вот 15 апреля еще снег лежит вот здесь, в лесу. Птички поют. А зато уже сухо, можно ходить. Продано.
Это старая застройка. Улица Гайдара. А вот это все новое. Хотела жить по соседству с такими вышками. Тем более в интернете можно найти очень много информации по поводу того, что это и как это воздействует на мозг и нервную систему. И в тех районах, где вот такое скопление вот этих вышек, скорая постоянно приезжает. Мы вас потеряли. А то вы так самостоятельно приехали? Да. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. У нас Шурика. Мы хотели за Шурика обслуживать. Сказали, злая собака. И с собаками не обслуживают. Отказались даже принимать заказ. Обещались вызвать милицию. Вот сидим, ждем милицию. Администратор Бургер Кинга в городе Сергиев Посад все-таки вызвал милицию. Представьте себе, мы сидим с ребенком. Два сотрудника с автоматами. В общем, она не постеснялась. Естественно, милиция посмеялась. Якобы провела с нами профилактическую беседу. Но это, конечно, вообще... Такое мы встречаем первый раз. Сколько мы ходили по всем заведениям, Макдональдс, KFC, в том же Бургер Кинге в Москве, такого ни разу не было, чтобы запрещали обслуживать собаку. Сейчас буду тушить мясо и варить суп. У нас пополнение в семействе. Лиса, девочка, пристраивается. Лиса, она стерилизована. Мы пойдем с Арисом и с Лисой гулять, да? Лиса, посмотри, какая ты красивая девочка. А?